Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. Представлю вашему вниманию электрический чайник Garenje K17 CLI. Это модель с современным функционалом и классическим видом. Какими особенностями она обладает, мы узнаем далее. Чтобы приобрести чайник по выгодной цене, переходите в описание, там я оставил ссылки на магазины с актуальным наличием. Не забудьте подписаться на канал и активировать колокольчик уведомлений, буду рад вашим комментариям и лайкам. В верхней части корпуса расположена полукруглая ручка с прорезиненным основанием для предотвращения скольжения и защиты от обжигания. Съемная крышка позволяет быстро наполнить чайник водой. Garenje K17 CLI можно ставить даже на глянцевые и стеклянные покрытия, так как подставка обработана противоскользящим покрытием. В нижней части подставки находится отделение для сетевого кабеля, длина которого составляет 1 метр. Устройство вращается на подставке на 360 градусов, поэтому пользоваться им удобно. Чайник с системой защиты от перегрева и функцией автоматического выключения при закипании удобен и безопасен для дома и работы. Мощность 1850 Вт позволяет вскипятить воду менее чем за 5 минут. При нажатии на клавишу «Пуск» загорается датчик. Индикатор уровня воды находится сбоку, под ним расположена кнопка запуска. С помощью термометра можно контролировать температуру. Благодаря фильтру в области носика накипь не попадает в чашку вместе с водой. Для безопасного использования и очистки спиральный нагревательный элемент установлен внутри изделия. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. К бежевому чайнику не совсем подходит черный шнур с черной вилкой. Нет автоматического отключения, когда чайник пуст или при снятии с платформы. Запотевает шкала уровня воды. За полгода эксплуатации вместе стыка корпуса с крышкой краска облупилась. Не самое удачное расположение рычага включения. У горячего чайника опасно открывать крышку. Теперь перейдем к положительным. Красивый внешний вид. Термометр температуры воды. Качественная сборка. Неплохой дизайн с закосом под смег. Быстро греет, удобно держать и наливать. Качество исполнения, простота использования. Крышка не падает при наливе воды в чашку. Не слишком шумный. Не совсем обычная модель, напоминает классический чайник для плиты, но, по моему мнению, очень круто выглядит. А как вам? Предлагаю обсудить в комментариях. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. На этом обзор подошел к концу. Всем спасибо, буду рад, если поставите лайк. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».